В музыкальной школе Десногорска прошел первый конкурс фортепианного искусства. Мероприятие состоялось 11 марта, а его инициаторами выступили сами преподаватели. Таким образом, они надеются сохранить навык владения инструментом у своих учеников. Ведь за время недавней пандемии практические уроки были сведены к минимуму. Сегодня мы получили массу удовольствия, творческого вдохновения. Очень рады, что наконец-то слышим живой звук в нашей школе. В конкурсе приняли участие 26 воспитанников школы, а также все преподаватели фортепианного отделения. Юные артисты смогли не только вспомнить волнение от публичного выступления, но и ощутить радость участия в таком мероприятии. Об этом им будет напоминать полученный диплом.